Сколько времени? Сколько времени? Черт. 8 утра. Ха, в самый раз. Ну что, пора отправляться в поход. Нужно немножечко проснуться. В принципе, инвентарь я подготовил со вчерашнего дня. Все нужное, все самое необходимое у меня есть. Ну, я, да, возьму еще на всякий случай аккумулятор один. Не знаю зачем. Так, ага, баллон один разряжен. Один баллон беру. И все, сразу же мчу в поход, пока не стемнело. Отлично, сейчас перезаряжаю. Все, супер. Ладно, ролик, я думаю, напоследок записывать не буду. Остальные я уже поставил на отправку на землю. Еще вчера. Сейчас проверю, отправляется ли. Да, отправляется, 50%. Еще не все отправилось. Ладно, окей. Ну что, прощай, база. Я надеюсь, мы с тобой еще увидимся. Но все равно я хочу найти Савчика и Купика. Я уверен, я найду их. Что бы то ни было. Савчик и Купик точно где-то рядом. Нормализовка давления. Все, я готов. Перезаряжаю сразу пистолет, автомат. Ну что, погнали. Я думаю, что все будет отлично. А чтобы не было скучно, конечно же, я взял с собой плеер. Да, это хорошо, это очень хорошо. Сейчас включим музычку, и будет мне весело идтись. Отлично. Так, что у нас по плейлисту? О, ну только какой-то бред. Блин, это же плейлист Купика. Тьфу ты. Ладно, пофигу. Сколько можно уже идти, блин, а? Уже и музыку эту надоело слушать. Просто надоело. Просто сколько уже километров? Просто так прошагал. В холостую, можно сказать. Я уже не знаю, что делать. Что-то мне подсказывает, что ничего я не найду за этот поход. И придется идти либо второй раз, либо ничего не делать. Остаться на месте, остаться на своей базе, в общем-то. Запросить ракеты и улететь. А что, в принципе, хороший вариант. Ну, блин, я же так хочу найти Савчика и Купика. Окей, еще немножечко, и я возвращаюсь. Что это такое? Что? Деревья! Тихо, тихо, тихо. Что за фигня? Это же полноценная база! Что? То есть, Савчик и Купик могут быть там? Стоп, 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 стоп. Это же наша база. Это наша база с первой экспедиции. Только почему она в рабочем состоянии? Пузырь, кислородный, пузырь от терраформера. Все работает, солнечные панели. Так, 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 так. Купик! Купик! Савчик! Это вы! Я и думаю, что площадки стоят для ракеты. Офигеть! Савчик, Купик! Наконец-то! Я надеюсь, сейчас... Это же не сон сейчас! Савчик, 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 Купик! Здорово! Прямо такое ощущение, что мы находимся на земле прям, да? Да, да, прям вообще, прям так вообще. Эй, Савчик, Кубик, ну не смешно, что, я, блин, тут частотный модуль, значит, настраивал на ваши волны. Так, я пытался с вами связаться, вы меня не слышали, не слышали. Я вас видел несколько раз. Пацаны, 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 вы меня слышите вообще, нет? Я не мог до такого догадаться, но я очень рад, что у нас это получилось. Смотри, там у нас все как-то легко воду нашли, мы, слушай, я прям даже не думал, что мы ее найдем. Я не пойму, ребята. Ребята, да я здесь, вы что меня игнорируете? Это вы обиделись? Стойте, стойте. Вы обиделись, да, на что-то? Самое главное, чтобы пшеница у нас дальше росла спокойно. Я не понимаю, что за фигня. Сейчас нас вырастет. Что за фигня, пацаны, алло. Я вам сейчас тут...
потом я вам сейчас заберем. Сейчас я затопчу вам всю эту пшеницу. Домой, а слушай, 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 да. Может я пойду. Может я пойду позову, может мы вместе с ними пшеницу. Да не, не отвлекай его, не отвлекай, пусть он там работает. Кто работает? Кто работает? Не надо. Пусть он работает. Кто работает? Я здесь, парни, я здесь. Слушай, давай соберем пшеницу немного, чтобы. Да, давай соберем. Я понял это. Это же реально наша первая экспедиция. Я помню этот момент. Я сидел, работал, а Савчик и Купик... Савчик и Купик пошли на улицу. И они сейчас собираются улететь. Как это происходит? Я не могу понять. Это точно первая экспедиция. Я придумал. Корабле энергию тратить нельзя, ее нужно просто отдать. Да. Савчик сейчас должен пойти за печеньками. Он должен пойти сейчас за своими печеньками. Я кое-что сделаю сейчас. Слушай, давай. Да. Пойду за печеньками, давай. Хорошо. Так, тихо, только Владуса тут не отвлекаем, ладно, а то он работает у нас, расчеты ведет все. Ой. Так, где у нас банка здесь была? Вот эту банку ищешь, да, Савчик? Где тут банка-то? Не вот эту, да? Где она? Я же тут ее вроде оставлял. Купик, ты не оставлял здесь? Не видел здесь банку нигде? Нет, я ничего не трогал. Нет, Савчик, ну вот же банка, вот же у меня в руке. А сейчас вот... По телевизорам? Да нет же, вот она на полке, Савчик, ну смотри же. О, нифига себе. Нашел. Савчик, ну ты чё, ты... Я нашел печеньки, блин, только как они тут оказались, только же уже ничего не было, странно. Офигеть. Это мультивселенная. Я попал в свою первую экспедицию. Это невероятно. Я сижу. Офигеть! Как это возможно? Это точно нужно рассказать землянинам. Владус сидит и работает. Я это помню, я это отчетливо помню. Офигеть. Так, Савчик и Купик собираются сейчас улететь. Мне нужно как-то придумать, как улететь вместе с ними. Ты слышал эти выстрелы? Слышал. Что это было вообще? Да не беспокойтесь, пацаны, это я. Да я просто пистолет проверял. Все нормально, чуваки. Я просто проверил пистолет. Вы готовы к вылету? Да, конечно, готовы. Давай, полетели уже. Ой, ёпрста, Купик, ты живой? Да, вроде живой, смотри. Владус что-то лежит. Владус, ты здесь, живой? О! Давай, Владус. О, парни, это вы... Блин, мы снова на Марсе! Опять сон или еще какая-нибудь фигня? С тобой все в порядке? Идите нафиг вообще отсюда, идите! Все, я не хочу опять просыпаться потом заново. В смысле? Ты че, вообще с ума сошел, что ли? Стоп, это реально вы? А кто еще-то, по-твоему, мы? Да, вот мы здесь стоим перед тобой вообще-то, что тебе не нравится? Это вы! Ну-ка ударь меня, давай, жахни! На тебе! Ах ты, Савчик, вот механика, вот сразу же на рукомощник. Ты что вообще больной, что ли, стал? Ты что с тобой случилось-то вообще? Стойте, что вообще было? Что произошло? Почему мы здесь? Почему здесь аптечка? Короче, я сам не знаю, сколько мы здесь справлялись, но походу это было очень-очень долго. Вот я упал, у меня голова болит. Я, походу, ударился обо что-то, я что-то сам не думал. Блин, да мне столько всего приснилось за это время, как мы, походу, мы реально долго здесь были, очень долго. Погодите, так... мы только приземлились на вторую экспедицию? Да, мы только приземлились. Офигеть! Просто капец. Сон? Да, вообще, такой страшный сон приснился, господи. Чуваки, вы не поверите, что мне снилось. Чуваки, это просто жесть. Вы просто не поверите. Савчик, что тебе такое снилось, расскажи. Ну? Я понял, что значит мультивселенная. Мультивселенная? Да, помните, это было у меня в теориях? Только в теориях. Вы не поверите. Савчик, помнишь, что? Ты на первой экспедиции побежал за печеньками? Вот как только-только мы собрались улетать, я сидел, работал, ты побежал за печеньками вниз. Да, помню. Вот. А потом ты их искал и не находил, и нашел в итоге на том же месте. Да, откуда ты это знаешь?